Всем привет, дорогие друзья! Продолжаю вас знакомить с интересными представителями фитнеса и спорта, о которых вы, вероятнее всего, даже и не знали. Вообще, в наше время выходит очень мало видео про возрастных атлетов. Все обычно привыкли респектовать молодым парням, которые довольно быстро накачались, не без помощи балабалоидов, соответственно. А дальше почему-то такие кочки куда-то пропадают, и про них забывают совсем. Другое дело, когда спортсмен способен показывать результат на протяжении многих десятков лет. И даже в старости показывать крутую форму, как, например, Ричард Лупкис, про которого я недавно уже было делал ролик на канале. И то видео очень вам понравилось. Спортсмен в свои 66 лет имеет просто феноменальное качество мышц, хорошие силовые, да еще и при этом в повседневной жизни он способен дать фору многим молодым. А теперь представьте себе, что существует в мире бабушка, которая также может вас удивить огромным количеством мышц и своей монструозной формой. Наверное, сложно вообще себе представить такую, но она таки существует, и зовут ее Мелани Хортон. Должно быть, вы тоже шокированы так же, как и я. Еще бы, попробуй тут быть не шокированным, когда у бабушки мышцы лучше развиты, чем у тебя. И хоть про нашу сегодняшнюю героиню очень мало информации в англоязычном пространстве, я все равно считаю необходимым познакомить вас с ней. Так как возрастные атлеты наилучшим образом мотивируют, в принципе, да и способны развеять мифы о том, что в старости все обвиснет. По поводу ее возраста в сети есть разные данные. В одних источниках указывают, что Мелани 58 лет, в других называется цифра 62 года. В любом случае, выглядит так, когда тебе под 60, это дорогого стоит и уж тем более вызывает уважение. Сама же спортсменка выросла в активной семье с тремя братьями, которые с детства занимались спортом, и это сыграло решающую роль в выборе дальнейшей профессии и сферы деятельности. Еще в школе Мелани выделялась среди своих сверстниц хорошими физическими данными. Она быстрее всех бегала, была наиболее выносливой и также и по силовым качествам превосходила многих. В сети нет информации по поводу ее образования и того, где ранее она работала. Известно только, что последние годы своей жизни спортсменка работает фитнес-тренером. И помимо того, что помогает людям худеть и привести мышцы в тонус, в ее арсенал также входит подготовка людей к соревнованиям. И для нее очень важно своим примером мотивировать других на великие достижения. И в плане соревновательной карьеры в бодибилдинге у Мелани действительно очень большой опыт. Она начала выступать еще в 1994 году и заработала про карту только в 10-х годах. В последние годы она участвовала в Arnold Classic, заняв 6-е место в общем зачете. И впервые с 2012 года вернулась в категорию Masters Olympia. На данный момент все ее соревнования проходят по мастерам. Или же, если говорить проще, выступает среди таких же возрастных спортсменок и довольно-таки неплохо выступает. С учетом того, что это про-турниры, а значит, что соревноваться приходится с такими же профессионалами, которые буквально подстраивают всю свою жизнь под соревновательный бодибилдинг. И это нереально сложно сделать, тем более, когда тебе порядка 60 лет. И выступает она в таком режиме довольно длительное время. По сути, пол своей жизни она посвятила соревнованиям, а последние 10 лет соревнованиям среди профессионалов. И это означает, что ей постоянно приходится быть в форме. Да, бывают моменты, когда спортсменка выглядит хуже, но даже на тех кадрах ее мышцы развиты лучше, чем у 99% подписчиков этого канала. За свою карьеру в бодибилдинге Мелани завоевала несколько титулов, в том числе завоевала несколько призовых мест на турнирах Toronto Pro и Arnold Classic. Она выступает за отмену вступительных взносов для профессионалов категории Masters Pro, которые участвуют в соревнованиях более 10 лет, чтобы поддержать своих коллег таким вот образом. Да, бодибилдинг именно такой. Часто тратишь на турниры и подготовку больше, чем зарабатываешь в итоге. И за участие в турнире еще и платить приходится, даже если ты пенсионер и спустил всю пенсию на протеины и балабалоиды. Касательно тренировок, я не нашел конкретной программы или плана ее тренировок, по которому работает Мелани, но проанализировав видео с ее участием, я могу сказать, что работает она в типичном билдерском стиле, с акцентом на концентрацию, пампинг и подконтрольный подъем веса. Веса, как правило, кругом небольшие. Кстати, работает она с тренером, даже при своем богатом опыте. Ведь взгляд со стороны опытного специалиста очень важен, и вдобавок это добавляет
добавляет к дисциплине и к мотивации тоже. Любимая группа мышц Мелани, над которой она работает, это ноги. В то время руки всегда ей было труднее всего развивать, но, как видите, развивала таки достаточно. Не скажешь, что руки вообще отстающая группа мышц. И, наверное, у многих возникает вопрос относительно захимиченности данной спортсменки, но как-то ее разоблачать совсем не вижу смысла. Во-первых, потому что выступает на профессиональном уровне, а тем более по умолчанию там все химичат. Ведь по-другому не победить и даже не пробиться в профессионалы. Во-вторых, она выглядит как явно захимиченная спортсменка, что, конечно же, никак не отменяет того факта, что Мелани трудится очень много и того, что она буквально посвятила свою жизнь соревновательному бодибилдингу. По поводу вреда для здоровья все-таки стоит сделать некоторые уточнения. Да, безусловно, соревновательный бодибилдинг вреден для здоровья, и, безусловно, советовать подобное обычным девушкам, которые пришли просто улучшить фигуру, я не могу. Да и не думаю, что обычным посетительницам качалки вообще интересно выглядеть таким вот образом. Тут комплекс факторов. Спортивный образ жизни на протяжении десятков лет, максимальная преданность своему делу. Фарма, естественно, и хорошая генетика. Но с другой стороны, даже в таком режиме с употреблением химии она смогла сохранить здоровье и до сих пор отлично себя чувствует и продолжает тренироваться и выступать на соревнованиях. Тут опять же слишком много других факторов. Про-карту спортсменка получила только примерно лет 10 назад, при том, что выступает еще с 90-х годов. А это означает, что даже с ее хорошей генетикой она не форсировала события, как это обычно любят делать другие. Если мы возьмем выступающих бодибилдерш, то обнаружим, что многие уже к 30 годам имели прокарту и огромное количество мышечной массы. Соответственно, здоровье они успели ушатать намного больше. Тут же ситуация совсем другая. В профессионалах Мелани стала выступать, когда ей уже было за 40. А как раз в возрасте за 40 у многих женщин наступает климакс, а именно угасание функции яичников. Происходит снижение выработки эстрогенов, прогестерона и андрогенов, в том числе к которым как раз таки относится наш любимый тестостерон. В женском организме тестостерон выполняет очень важную функцию, регулирует половое влечение, сексуальную активность и также влияет на распределение жировой ткани в организме. Вдобавок, тестостерон в целом оказывает влияние на продуктивность и самочувствие, и снижение тестостерона у женщин ниже референтных значений может очень сильно сказаться в целом на самочувствии и здоровье. По всей видимости, Мелани по этой причине и решила использовать фармакологию. Она привыкла, что всегда вся такая активная, много тренируется и ставит перед собой амбициозные цели. Я ни в коем случае не говорю, что так нужно делать всем. Использование тестостерона для женщин – это очень опасная вещь, тем более если химичить в молодом возрасте. И тем более, когда мы говорим про бодибилдинг, где помимо тестостерона еще куча других факторов, которые влияют на женское здоровье не лучшим образом. Я просто стараюсь подходить ко всему с точки зрения науки и здравого смысла. И в данном случае Мелани поступила, исходя из того, что для нее в приоритете было именно другое. Она семью уже давно создала, профессии реализовалась, а теперь на старости лет решила пойти во все тяжкие. Осуждать ее за это я в принципе не могу, это ее выбор. Есть ли вред для здоровья от такого? Однозначно да. И нагрузка на сердце выше, и на сосуды, и много других нюансов. Но с другой стороны, спортивный образ жизни позволяет компенсировать часть этого вреда. Грубо говоря, никто вам не ответит на вопрос, прожила бы она дольше, если бы не химичилась и не тренировалась, и насколько бы она здоровее себя чувствовала в таком бы случае. Наиболее оптимальный вариант для здоровья – это, конечно же, просто тренироваться и следить за своим образом жизни, и не химичить при этом. Но это, собственно, ее выбор. Она выбрала зал со штангой вместо того, чтобы сидеть на лавочке и щелкать семечки, и собирать сплетни со всего района. Вы же свой выбор делаете самостоятельно. Жизнь у всех одна, и только вам решать, на что ее тратить. А на этом пока все. Если понравился ролик, не забывай поддерживать его лайком и писать в комментариях, что думаешь про такую вот бабушку-качка. Всем пока, до новых встреч, увидимся.